И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, и очень много подписчиков. Сегодня играем в Гаррис Мод. Карта у нас страшный отель. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Я буду первый искать, пацаны будут разбегаться, карта очень большая, сейчас все будете смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все, пацаны, разбегайтесь. А мы пока возьмем себя. Я знаете, кого буду брать? Я буду брать из новых аниматроников, потому что... Они убивают на расстоянии, даже если буду жопой бегать, можно просто так клацать и всех убить. Но это, наверное, будет нечестно, да? Так, я уже хожу здесь. Я хозяин. Карта настолько запутанная. Куча здесь комнат. Надеюсь, я и смогу найти. Если что, буду от первого лица включать. Так, много очень заходит. Ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. У нас там всегда весело. Погода на улице, какой-то дождь идет. Так, все, пацаны, по таймингу еще вам осталось 10 секунд, и я иду мочить вас. Ай-яй-яй, надо быстро свою... Давай-давай, ищи свою нычку. Какие-то паразвозы ездят. Ну мы же в городе, в центре города. Нифига себе. Все, кто не спрятался, я не виноват. Начинаем выдвигать. Я могу просто как дурачок орать, я понял. Я могу тпхаться. Так, ну что, давайте будем ускоряться. Надеюсь, мы кого-то найдем. А вот здесь по-любому кто-то сидит. Так, давайте побежим. Я знаю, что по-любому здесь кто-то сидит в контейнерах или возле них. Вот здесь по-любому кто-то сидит. Нету. Во, вижу. Привет, партизан. Нормально у тебя нычка? Так, теперь мы вдвоем ищем. Карта очень большая, надо успеть всех найти. Так, кого-то нашли, я вижу. Да, партизана. Ты знал, что кто-то там будет сидеть? Вас очень много. Так, вижу, он взял аниматроника. Он не может прыгать? Нет, не может. Так, ладно, тут мы всех нашли. Давайте будем дальше искать. О, Лефти, привет, как дела? А я иду... А что ты выглядываешь? Иди прячься, а то мы сейчас тебя убьем. Нет, не хочет. Ой, извини, опа, партизан, ты был очень далеко, но я тебя убил. Очень стрёмный аниматроник. Да вырубил вообще наисично. Так, мне кажется, что в кинотеатре тоже кто-то сидит. Поэтому будем сейчас искать. Так, 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 за колонками никого нету. Опа, кто-то бутылкой конченой кинул. Так, никого нету. Даже между рядами. Так, все запрятались. Виктор Кошак, а ты где? Идем вниз. Подожди, тут только что какая-то собачачина бегал, я видел. Опа, кто? Я не знаю, я нажал на расстоянии и убил его. Это когда читерский аниматроник. Ну ладно, по-любому он рядом был. Интересно, какая дистанция у него смерти? Ого, тут какой-то шум. Там взрывает кто-то, что-то ездит. Да-да-да, нормально у нас, сэндбокс. Так, я знаю, что кошака будет тяжело найти. Кошак где-то заныкался очень жестко. Я даже догадываюсь, где он может быть. О, давайте вот этого злобного возьмем. Он такой злой, прикольный. Мне кажется, он руки за спину делает и ходит. Так, пацаны, сейчас мы кого-то здесь найдем. Виктор Кошак, я к тебе приближаюсь. Ты в туалетах? Тебе в туалетах нет. Ты в женском туалете. Ай, тележка, уйди. Так, в женском туалете тебя тоже нету. Значит, ты под водой. Под водой тебя нету. Так, значит, ты на верхних этажах. Так что будем сейчас подниматься наверх. Так, подожди, как наверх зайти? Тут уже куча аниматроников ходит, ищет вас. Они вас найдут, я знаю. Так, тпхаться я не могу. Уго, крячка, привет. Я не понимаю, где подниматься здесь наверх. Где-то лестница по-любому есть. Они в этих углах есть, там 4 лестницы. Да? Видишь, я проверял, знаешь ли ты? Видишь? Молодец. По углам 4 лестницы. Чё-то не наблюдаю. А, нашел. Погнали. Так, надо на верхний самый этаж. Он по-любому там шкерится. Так, 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 так. Вот тут должна быть... Во, люди, здесь полочки. Ай, всё. Блин, да я просто нажал на расстоянии, вы убились. А где ты был? Где палочки вот эти вот?
Я прям за монитором спрятался, и ты меня убил. Это была жесть, хотя я тебя не видел. Мы всех нашли, ребята? Или кто-то еще ныкается? Напишите в чате или где-то там. Ого! Какой-то обжора. Так, кого-то еще не нашли. Оверкилла надо найти. Давайте, ребята, ищем оверкилла. Хорошо. Хотите битву сейчас делать? Я сейчас буду тоже вас мочить. Так, встаю. Тут баталии, я чувствую. Не-не-не, давай мы найдем сначала оверкилла, а потом сделаем баталии. Только друг друга не мочить. А то вы мочите постоянно всех. Так, сюда зайти нельзя. Так, поднимаемся на этажи. Он на самом верхнем этаже. Ой, кто-то книжки разбросал. Да. Кто-то в библиотеке уже книжки подсобрал свои в школьные. Еще так. Подвал. Вот где-то он здесь вот. Опа, Фредди ходит. А, это Фокси. Здесь. Давайте весь этаж будем обыскивать. Ого, смотрите, как я хаваю. Ого. Вот это радио. Я теперь вижу свой радиус. Ах ты, партизан. Вот его парень, дед. Он где-то тут бегает, я видел его. На третьем этаже? На последнем где-то бегал. Понял. Я не видел. Ай. Блин, а где ты был? Ты был на каком этаже? А я на втором был. А я на третьем. Неужели он на расстоянии бьет? Так, эти аниматроники мы больше для пряток не будем использовать. Сильно они читерские. В следующий раз будем старых брать, которых надо прям увидеть, чтобы убить. Так неинтересно. Нечестно в какой-то степени. Это да возьму сразу марионетку. Ох, я стекла лупашу. Сразу все и везде. Мощный мужик. Подождите, я не могу оверкилла найти. Мне кажется, он читерит. Вот здесь вот он. Вот здесь чувствую. Нету. Ты его нашел? Не, я думал, тут в комнате сидит, я тут ни разу не был, но его нету. Так, я еще раз, туалет. Это самый хитрый человек на планете. Вот здесь вот, по-любому он. Да блин, пацаны, я просто проверяю карту, а вы тут рядом ходите. Все, не буду мочить. Давайте возьмем другого аниматроника, потому что реально всех мочит вокруг. О, я буду из FNAF 6. Во, я теперь могу лазить и вижу все. Это даже лучше. А, кто его нашли? Нашел его? Да-да-да. Все, наконец-то. Давайте, ребята, сделаем этот. Битву аниматроников на карте. Только не брать тех аниматроников, которые на расстоянии убивают. Это нечестно. Давайте, знаете, какого пака возьмем? Давайте Sister Location все возьмем с пака. Нет, это тоже будет читерский, там сильно мощный аниматроник есть. Давайте возьмем Rockstar Assembly. Понял. Все. Я взял себе аниматроника, я побежал. Подожди, а тут кто-то может невидимый вставать? Вроде Чика, да? Нет, не может. Ладно, я буду Бонькой. Так, ну что, давайте я полечу. И на счет три начнем войну. Вы готовы? Готовы. Раз, два, три. Оба. Так, 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 он убил, короче, человека и ходит, песни поет. Веселится, да? Теперь и меня убить. А да? Понял. Да. Так, оверкилл хочет выиграть всех, но у него не получится. А, не, наверное, получится. А каким аниматроником он играет? Он играет за Рокстара. Ага, я понял. Значит, хорошо просто играет. Я его вижу. Так, 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 где-то он тут ходит. Уже объявление победителя сейчас будет озвучивать. А вот он здесь ходит. Он пошел свою жертву добивать последнюю. Я вижу, я вижу. Ой, это не тот. Так, а где он? Я не вижу. Вот он здесь бегает. Вы на разных этих полях. Я, короче, внизу с ним. Давай, иди, арена внизу, встречаемся. Я тебя не боюсь. Итак, в правом углу ринга Бонни Димас и в левом углу ринга Rockstar Overkill. Давай, погнали. Ты что, мы тут топчем и не можем убить друг друга? Эй, а у тебя сколько жизни, говно? Есть! Все.
Я победил, наконец-то. Хитрый, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.